Я двигаюсь сейчас в магазин, хочу посмотреть, какой-то есть магазин, все по доллару, мне нужен переходник на мою зарядку. Ну, не сказать, что сильно жарко, вот мой район, здесь дом, в котором я хостлю, завтра я уже переезжаю к другому чуваку. И вот я сейчас поеду на велике, посмотрю эти магазины и поеду в Майами. Жесть, какой боковой ветер. Ехать не очень сложно, уже один раз улетела моя кепка. Это Майами! Это ган сегодня хороший! И это Майами Бич, детка. Пока так ничего особенного. Да, ничего особенного, все же Майами. У вас зима, у меня здесь солнце, море. Сегодня очень сильный ветер. Прям как пескоструйка. Этим песком осыпает. Многие люди уже начинают уходить. На пальму вы можете видеть, как носит. Он даже спрятался от него. Ну, загорать можно. Вода, конечно, не очень теплая. Но придется испытывать себя и искупаться. Все же тут плюс 25. Думаю, не замерзну. Ну что, Майами довольно классное место. Сейчас попозже поеду, поищу, посмотрю какие-то достопримечательности, покупаю. Вода не такая уж теплая. Ну, как бы для нас, как сказал мне майамец, нормально, они не купаются. Где-то с апреля месяца только у них купаются до октября месяца. Ну, считай, как зимой у нас. Вот, так все вроде здорово. Пока что еще непонятно, конечно, как что с работы. Ну, я думаю, все найдется. Главное, пару дней адаптационного. Вот, завтра я уже еду к другому хосту, и если что, может, я еще. Да, это Майами, детка. Ваше здоровье. Так хотелось американского пива. Ну, это пиво я взял за $1. Продается он, правда, 4 аж сразу банки. То есть $4. Закупился я сегодня еду, всякие консервы, мясо попробую. И готовлю сейчас гречку. И я наконец-то поужинаю, потому что я сегодня даже не завтракал и не обедал. Едем с чуваками смотреть лодку. У ребят план купить лодку и на ней поплыть по океану и вокруг континентов. Вчера к нам в хостел заехали два чувака, у которых план купить лодку и поплыть по Америкам. Я тебя люблю, Russian ladies. Он немец, а другой чувак австралиец. It's cool. Вот так что мы едем сейчас смотреть всякую фишечки. Здесь можно посмотреть лодочки, их приобрести. Они хотят за $60,000 купить борт. Лодка не помещается в объектив. Смотрите, сколько лодок. Это жесть. Офигеть. Вау. Черт возьми, блядь, америкосы. Конечно, какие здесь лодки. Сколько они денег стоят, это пиздец. О, Порша какой красивый. Короче, тут пиздец, сколько надо денег. Других у меня слов нет, простите за выражение.
это круто. Вот в таких местах, где стоят лодки, встает такой ларечек небольшой, ну или просто информационный щит, где можно увидеть разные цены лодок. И здесь есть места, и вот эти лодочки можно приобрести. Сейчас чувак с ними созванивается, с одним продавцом, и изучает, что там как. Значит, уехал я от своего первого хоста. Сейчас я направляюсь в разные мувинг-компании, фирмы, занимающиеся грузоперевозками, перевозками вещей в городе, как и за городом. Попробую подойти к ним и спросить какие-нибудь вакансии. Как раз по направлению Miami Beach они будут. Поэтому еду сейчас целенаправленно к ним. Ну и попробую рассказать, показать вам, как это происходит. Ну и я сегодня переезжаю к другому своему хосту. Вот. Я немножко закрепил на велосипеде рекламную продукцию. То есть, видите, Макс Витковский. Только оказалось, что, блин, проворонил, есть ошибка. Значит, одну мувинг-компанию я так и не нашел. Кружил, там вроде как закрыто это здание. Нашел еще одну по своим точкам, которую заранее я в интернете нашел. Чувак сказал, что сейчас зима и нет работы. И я уже переписывался так с одним русским, который также сказал, что сейчас поработал на одной фирме, на другой, и очень мало заказов, нет работы, и он тоже ищет работу на мувинге. То есть это грузоперевозки с квартиры на квартиру, типа такого. Вот, ну, у меня еще есть пару точек, также у меня еще достаточно времени, и поедем дальше, будем искать еще одну мувинг-компани. Я добрался до своего нового хоста, и вот в этом доме я должен, типа, жить. Да, с офигенным видом. Здесь security, сейчас позвонит и узнает, могу ли я пройти и на месте. Короче, я приехал к моему новому хосту, вот, немного выпачкался. Это на Miami Beach, и сейчас я еду в офигенном лифте, вы это можете видеть, на 35 этаж, может, на 30-м, и посмотрю, какая у него квартира, главное, чтобы без приключений. Все. Ведем, ребята, мы прямую трансляцию с Miami Beach. Я нахожусь на 35 этаже. У меня просто рвет от эмоций. Это как круто. Смотрите, какая высота. Все мягко становится. Тут море. Океан, черт возьми. Одни эмоции. Как тут круто и красиво. Ух, какой у меня хост. Главное, чтобы он был не геем, а так все будет отлично. Если я здесь поживу хотя бы недельку. Здесь пропускной режим, велосипед мне пришлось оставить внизу. Я, правда, снял сиденье и не смог его пристегнуть ни к какому предмету, кроме как каких-то штендеров, типа ремонт, все такое. Ну, здесь просто офигенно. Хост привел меня классное место, здесь сауна, хамам и джакузи. Я надеюсь, что он такой приставать ко мне, когда чисто. Крутяк, здесь просто круто. Вот такой крутой холл. В такой квартире я живу у хоста. Квартира шикарная, в шикарном доме. Ой, я уже готовлю еду, а это у нас будет гречка, как обычно. Это немного то, что осталось у меня, и как специально у меня нету никакого мяса. Стану вегетарианцем какое-то время, и вы видите, какой шикарный вид из окна. Просто шик и блеск. Квартира просто класс. Ну, значит, сегодня поиски работы пока не увенчались успехом. Много мувинг-компаний оказались закрыты. Или я их не смог найти
почему-то интернет Google показывает, но на самом деле их не было. Я подъехал на пару моек. Один чувак мне сказал, приедь в 11 часов, будет работа. Это положительно. Потом я ходил, где стоят лодки, туристические места, где там можно нанять себе лодку для ловли какой-то рыбы. Ну, таких развлекаловок, там поспрашивал у людей. Также был в некоторых автокомпаниях и еще одной мойке, где сказали, нужны документы. То есть, в принципе, люди требуются, кому-то нужны документы, кто-то готов принять меня таким, как я есть. То есть, нелегалом по туристической визе, B2, как это называется. Поэтому завтра я попробую еще поискать какие-нибудь компании здесь уже, потому что я сюда приехал на Майами-Бич, и уже темно было. Начало темнеть. Завтра я постараюсь подъехать туда, где мне сказали, на мойку, и попробую по пути туда, обратно. Попробую поискать еще какие-то варианты на самом Майами-Бич. Поспрашивать в каких-нибудь кафешках. Так что следите за мной дальше, и завтра я найду работу.